Самый богатый человек в России, вы будете удивлены. Начнем мы с 13 места, ведь тут расположена самая богатая женщина России, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, состоянием в 13 миллиардов долларов. На 9 месте наш Цукерберг Павел Дуров, состояние которого за год увеличилось в 5 раз и составило 17 миллиардов долларов. Далее идет Андрей Мельниченко, Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон, Вагит Аликперов, Владимир Лисин, Владимир Потанин, и первое место занял основной владелец сталелитийной и горнодобывающей компании «Северстали» Алексей Мордашов, состоянием почти в 30 миллиардов долларов.